В Когалыме родители учеников старших классов написали ЕГЭ по базовой математике в рамках всероссийской акции. Ее проводят ежегодно для того, чтобы мамы и папы выпускников понимали, итоговый экзамен не страшен. Сюжет Юлианы Сотник. Керимова, Самира, Имран, Тазы. Можно посмотреть? Да. Хорошо. У вас 2В, ваше место. Акция носит просветительский характер, проводится уже 6-й год и стала достаточно популярна среди родителей. Участники смогли лично, а не по рассказам друзей и знакомых, увидеть работу пропускного пункта, место размещения видеокамер, как осуществляется рассадка детей. Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушения порядка проведения ЕГЭ в аудиториях пункта проведения экзамена ведется видеонаблюдение. Наталья Кеслер в этот день снова почувствовала себя школьницей. Решила поддержать сына выпускника. Впереди у парня подготовка к ЕГЭ. Как любому родителю, женщине стало любопытно, как проходит процедура в реальных условиях. Я думаю, что именно с базовым уровнем я постараюсь справиться. Правда, уже больше 30 лет прошло, как я в школу закончила, но я думаю, что я справлюсь. Для родителей подготовили 21 задание базового уровня. ЕГЭ мамы и папы сдали в формате демо-версии. Конечно, мы не будем проверять знания родителей. Они очень часто боятся показать свои знания, поэтому мы не преследуем целью проверку результатов, но если родители все-таки хотят посмотреть, насколько они справились, насколько помнят школьную программу, то, конечно, работы будут проверены и результаты будут озвучены. В следующий раз на экзамене окажутся уже 11-классники. Все по-настоящему начнется 26 мая, когда выпускники начнут сдавать географию, химию и литературу. Юлиана Сотник, Михаил Суханов, «Наши города».